кино, попкорн, и мы сидим с Настей. А что это за фильм? Какой-то ужасный? Не, это блокбастер. Все перемешано, крепкий орешек, бюджет просто бешеный. Кто этот лысый? В него бы я влюбилась. Ну ты размечталась. Это же Брюс Уиллис. Он главный герой и не потерпит насмешки. По фильму у него самые крепкие орешки. Я не знаю, что мне делать.